Всем доброго денечка. Малышей отсадили. И мамулька с папулькой воссоединились. А малыши в отдельной клеточке. Вот этим тоже нужно. Любопытно. Любопытно, что тут происходит, да, скажи, Шейхунечка. Феюшка, конечно, тоже рядом. Обязательно. Ей все нужно знать. Вот наш папашечка. Папулька меньше, да? Носопырка. И он светлее гораздо по цвету. Вот девочка чуть-чуть потемнее. А он посветлее, малышок. Что, кушать пошли? Я тут Шейхун просто рядышком. Мешает мне. Лапкой меня скрябает. Говорит, мать, гладь меня. Вот, кушает, кушает вместе. Ой, господи, надо червячком их. Червячков им дать. Давно не давала. Обязательно. А маленьким можно червячков? Да, уже можно. Уже можно маленьким. Червячков малышам тоже. Завтра, послезавтра дам. Сейчас просто мне вставать неудобно тут. Банку под рукой не вижу. Кто-то переставил. Может, я. Все может быть. Скромняшки, а? Скромняшки наши. Мамулька уже восстановилась. Аппетит у нее хороший. Ой, всегда у нее, слава богу, был хороший аппетит. Папашка тоже соскучился по своей второй половинке. Вон, хрумкает. Щечки только ходуном ходят. Да, малышки? И Милуша пришла. Милашка пришла тоже посмотреть. И вы, Гуся, тоже рядом? Конечно, и Донечка. Всем все нужно знать. Всем все нужно проверить. А Шейх у меня на хребтине сидит. Залез мне на спину. В общем, с малышочками все хорошо. Самочувствие хорошее, кушает хорошо. Дом перевернули сразу же, как объединились, воссоединились. Я им сейчас обратно поставила. Избушку вертят, крутят. По всему этому периметру своей клетки гоняют. Клетка у них просторное, место им достаточно тут. Так что все хорошо. Ну, а всем желаем хорошего настроения. Приветики от ежиков. Да? Опять будете ночью шуметь и мне спать не давать? Конечно, они ночные жители, и спать ночью не дают, мешают. Пищат, бегают, шумят. Так что, если кто хотел взять, знайте, что ночью будут веселиться. Ну, а всем хорошего настроения и замечательного денечка.